Нечестный контракт. Заместитель председателя Борисовского райисполкома подозревается в получении крупной взятки. Чиновник был задержан в собственном рабочем кабинете после того, как он получил ценный конверт. Сумма в 13 тысяч долларов должна была помочь коммерческой организации согласовать инвестиционный проект. Как целое здание вместе с имуществом чуть не отдали за бесценок, знает Владимир Королев. Высокопоставленный чиновник был задержан в собственном кабинете сотрудниками КГБ и милиции Минской области. 13 тысяч долларов. Такова цена вопроса за инвестпроект, который предполагал в том числе бесплатную передачу государственного здания коммерческой организации, которая собиралась заниматься производством и расфасовкой биодобавок. Здание консервного цеха, которое располагалось на территории ОАО сельскохозяйственного направления в Борисовском районе. Чертова дюжина оказалась несчастливой для чиновника, который владел всей информацией о договорах и потенциальных инвесторах. Мужчина заявил, что помочь в получении этой территории может только он. Но вот услуги заместителя председателя райисполкома бесплатными не будут. Сам инвестиционный договор предполагал образование промышленного производства и создание новых рабочих мест. Но вот на деле, как оказалось, получить этот благовидный контракт оказалось не так-то просто. Одним из условий инвестиционного договора предусматривалась безвозмездная передача неиспользуемого имущества для последующей организации там промышленного производства. Следственным комитетом уже принято к производству уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение в особо крупном размере». Сейчас чиновник заключен под стражу, его допрашивают следователи. Санкция статьи за получение взятки должностным лицом в особо крупном размере предполагает лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Владимир Королев, Виктор Борисов и Григорий Криштафович. Зона X. Борисов.